Один блок, скайблок, хардкор. Вторая серия. Вкратце расскажу, что это, если кто вдруг забыл или впервые тут. Один блок, скайблок — это выживание на блоке, только не совсем обычном. Этот блок, он бесконечный, и каждый раз ломая его, он спавнит другой блок. Иногда встречаются даже тематические сундуки, ведь все разделено по этапам, и каждый отвечает за что-то свое. Как, например, в прошлой серии мы перешли на этап океанских глубин и закончили серию на этапе подземелья джунглей. Наша цель — выжить и убить дракона. После ее выполнения летсплей закончится. Серия выходит только и исключительно благодаря вашей поддержке, так что выход следующей части за вами. Давайте соберем 20 тысяч лайков. Это будет прям мега круто. И не забывайте, что в описании есть плейлист со всеми роликами по один блок скайблок. А теперь погнали. Согласен. Согласен на все 100%. Зря выканул. Я прошу прощения. На протяжении почти всей прошлой серии я жаловался, блин, почему мне в океанической тематике не попадается морская трава? Каким образом я буду вообще размножать черепашек своих? Я напрочь забыл, что добавили возможность выращивать морскую траву самому. То есть мы просто берем кость, переделываем в костную муку. Я уже даже и специально подготовил место. И костной мукой по обычному блоку либо песка, либо земли, и мы получаем морскую траву. Затем ножнички. И вот так фью-фью-фью-фью-фью. И забираем морскую траву. И теперь я смогу по красоте помочь им завести маленького бэйби. Бика, ну-ка. Е-бой. Делай деньги. Ну, недалеко пришлось плыть. Поэтому те, кто мне писали о том, что Неркин, ты дурачок и так дальше, прошу большого прощения у вас, потому что реально затупил. Но мы продолжаем, и уже мы с вами добыли 2199 блоков. Это не хухры-мухры. Я, правда, забыл, какая у нас сейчас в данный момент тема. Честное слово, забыл на все 100%. А, вроде бы лесная какая-то или что? Не помню, честное слово, вот ей-богу, забыл. Но мы получаем замшилый блок. Алмазеры! Уху! Это 2 алмаза! 3 алмаза! О-хо-хо-хо! А сколько у нас в целом алмазов-то? 5 алмазов! Господи, за что мне все это? Так, хорошо, продолжаем. Нам нужно добывать блоки и немножко развиться. Я уже жду, когда наступит какой-то момент, чтобы мы сами смогли отправиться в Незер, потому что Незер какой-то из этапов точно должен быть. Я уже не по... Казалось бы, при чем здесь Украина? Стой, не улетай, мохнатый! Я не помню, какао-бобы... Не, ни в коем случае какао-бобы. Так у меня даже... Ну ты подожди, если что, мне пока что даже нету этих. Семечек, а ну-ка, стоп. А семена от тыквы подходят или нет? Будешь... Да, можно, он не умирает. Прекрасно. Открываем Майнкрафт по-новому, как говорится. Вот и пришло время тыквы. Прекрасно. Для чего их выращивал, не понимаю, но пусть будет. Вот так и себе сказал, и, блин, не ошибся. Ну, 40 семян, ну, точно должно хватить прям на все 100%. Да что ж тебя так тянет к этим черепахам-то, подожди. Ну, есть! У нас есть попугай. Да, давайте мы сразу еще покормим своих свинюшек. Оу, да. Точнее, коров. Ладно, это я уже специально делаю. Такие оговорки делают уже в какой раз, я не хочу. А где вход? Прекрасно, супер. И, наверное, давайте мы сразу с вами поспим, потому что боюсь, я очень сильно боюсь, что может заспавниться крипстер, и я вот чисто не сориентируюсь. И, в принципе, да, можно начинать добывать еще блоки. Если я не ошибаюсь, то вроде бы начался таежный какой-то или какой. Я уже не помню точно. Таежный вроде бы. О, оцелот! А, ну, в принципе, нормально. Пусть будет себе там. Панда! Да еще и с накрашенными губами! Привет, подруга! Как там твои дела? Капец, у меня даже нету бамбука! Стоп, а где мне бамбук взять? Ну, бамбук я точно не могу вырастить из воды. Это прям 100%. Блин, что делать? Что делать? Я... У-у-у! Может, вот здесь будет бамбук? Нет, саженцы тропического дерева, какао-бобы и костная мука. Ну, тоже хорошо. Хотя бы хоть что-то. Ведьма, 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 стой! Стой, стой, стой! Да, попробуй только. Нет, ты не смеешь. Ха-ха-ха-ха! Ведьма тупая, я ее убил, блин. Надеюсь, не... Нет, надеюсь, они не умрут. Каким образом она целилась вот в эту сторону, а попала вот сюда? Не, ну вроде живет. Есть, супер, хорошо.
Лошадь? Что? Каким образом? Почему лошадь-то? А зачем? Зачем? Это самый бесполезный моб в данной ситуации. Куда мне бежать, вы мне скажите? Куда? Ну, то есть, я могу пешком дойти в любую точку этого острова, что ли? И вы мне предлагаете лошадь. Зачем? Для чего? Это странно. Ну, пусть будет. Я не знаю. Ну, если уже есть лошадь, пусть будет. Убивать я ей точно не буду. Но это бред. Зачем мне здесь лошадь? А где панда? Она, походу, крутилась и перекрутилась в пустоту. Ой, ужас. Есть! Появилась новая панда. Она, правда, не крутится. Губы не накрашены. Надеюсь, она точно не упадет. Но почему они такие тупы? Обязательно здесь это все делать. Спасибо большое. Опа! Есть новый сундучок овсу. Алмазеры! И есть бамбук! Нам дали бамбук! Это хорошо. Это шикарная новость. Так, бамбук на базу. И ставим его здесь. Пусть он растет. Это супер шикарная новость. Только ты не ешь. И еще алмаз. У нас сейчас джунгли. Джунгли. Вопросов нет. Вот почему. И сахарный тростник нам еще дали. Капец. Это хорошо. Ну давай пусть будет здесь расти пока что. У нас не так много места. Алмаз. И у нас уже сколько алмазов вообще? 6 алмазов. То есть, соответственно, мы можем уже себе позволить спокойно добывать обсидиан и создать себе стол зачарований. Это хорошая новость. Ну, капец, нужно что-то 100% делать с этими животными, а то они меня, ну, сведут с ума. Они очень букают, мукают, бегают, они постоянно орут. Это очень честно напрягает, поэтому нужно что-то с этим сделать, 100%. Первым делом я решил, что лучше принести, скажем так, нашу панель куда-то подальше, а то звуки всех возможных животных настолько сильно давят на мозги, что ж прям капец-капец. Поэтому было решено как можно быстрее принести самых ближних мобов. Это овечки и коровушки, а то они очень сильно мешали. После я решил, что не мешало бы сделать отдельное место для выращивания тростника и бамбука. А то они были как-то разбросаны. Бамбук посредине острова, тростник вообще на поле с пшеницей. То же самое касается и сладких ягод. Поэтому я создал огород наполовину из песка, наполовину из земли. Так, ну что, вроде бы плюс-минус я разобрался с этим всем. Здесь будет чуть меньше вот этих вот странных звуков. То овечка где-то бегает-мекает, то коровы. Сказать, собаки. Вот они, гавкают собаки. Теперь конь тут, лошадь, точнее. Панда еще где-то бегает и целует. Я пытался вообще его приручить, потом вспомнил. Точно, это ж уже не так работает. Когда ты вот не в стандартной обстановочке, тебе становится немножко сложновато. Особенно совладать с собой. Поэтому нужно покопать немножко, потому что уже не хватает блоков. Еще один, капец. Ну, если что, у меня есть очень и очень много семян тыквочки. Так что, дружище, ты точно не останешься в одиночестве. Извинись, сколько ты? 24 штуки осталось у меня, капец. Ну все, теперь есть тоже. А где она? А, ну все, во, нам не смотреть, как он мне круто идет. Перестань нюхать попугая, лошадь. Ну, красивый. Так, все, давай, спрыгивай с меня, все. Теперь вам будет не скучно, видите, вам не скучно. Лошади бы еще одну найти и панду. Она даже же не приручена, прикиньте. Нет, дай себе сам слезу. Капец, я только что испугался. О, вонючий этот, сундук. Супер сундук, прошу прощения. Кусочки золота, лед опять, железо. Ну, не сказал бы, что уж супер. Прошлый был намного лучше даже, потому что там алмаз был. Вот это был супер. А это ну так себе. Ясно, я понял. Попугаи орут, собаки гавкают. Панда, лошадь. Свиньи. Ой, ужас. Честное слово, в зоопарке. Это не One Block Sky Block, а зоопарк блок. Опять пришла. Ушла, пошла отсюда. Я тебя выкину отсюда. Пошла ты в жопу, ведьма. Прошу прощения. Она напугала меня очень сильно. Так, попугайчик, не переживай. Ты себе присядь, сиди вот там вот. Есть другой попугайчик. Пообщайтесь. Опа, еще один сундук. Правда, уже не вонючий. Это сундук джунглей. И здесь зеленый краситель. Какао-бобы. Ну, впрочем, ну, а по-обычному, если честно. Какой вот следующий мне интересно? Вот очень вот интересно мне. Перестань. Что же за следующая тематика? Опа, ночь начинается. Это значит, что мы поспим. Поспим. Потому что сейчас кто нибудь заспавнится, это... это хардкор. Когда мы, интересно, придем уже на следующий уровень? Мне вот это вот тут очень прям меня... Еще одна пандочка. Капец, привет. Привет, подруга. Это что получается? Теперь панды тоже две. Опять ведьма пришла, поэтому мы сразу ее сталкиваем. Пока! И улетела. Нет, ты панду, тварь, траванула.
Ты выживешь, правда ты выживешь? Держи, держи, сейчас я тебе бамбука дам. Сейчас ты заживешь, капец, вас тут, конечно, вот тусняк. Я прошу прощения, что ворвался так вот под флешку. Живи, 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 держи, ой. Сейчас будет бэби. Че только что было? Они не хотят? Они не хотят размножаться? Серьезно? Ну, лады, не размножайтесь. Вас так все равно двое есть. Еще один сундук. А что в сундуке? Серьезно? Едите картофель, лазурит, мак и саженец темного дуба с кварцем. Неужто намек, что следующий будет Незер? Такое я люблю. Мне нужна обсидиан, чтобы я смог отправиться в Незер и узнать... А, ладно. Продолжаем дальше. Чтобы узнать, будет ли Незер тоже одним блоком. Или Энд, будет ли тоже он один блок. Не, ну это тупо, конечно, прям. Чтобы Энд был... О, лошадь. Есть, теперь тоже две лошади. Только не упади, прошу. Вы если падаете, то как-то падаете, чтобы потом возвратиться обратно. Нет, 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 нет. Стоп, стоямбус, плямбус. Воу, не, нифига. Капец. Ты что? Эй, 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 не смей колдовать! Где мои эти? А вот они! Пошел отсюда! Вредина тупая! Вот это только что я испугался! Бесит то, что они могут проходить сквозь блоки, эй! Эй! Ничего себе они бьют! Во-во-во-во, летит! Капец они же... А ну-ка, по... Воу! Воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу, лечись! Через сколько они пропадут? Я сейчас умру, я мог умереть! Фу, вот он, еще один сидит. Он уже умирает, да? Умирай, тварина, попугайчик! С пёселем, вы молодцы, отвлекайте внимание! Я не ожидал, что они вообще могут здесь появиться. Это хорошо, что мне вообще железный топор был. Ну, такого, если честно, ну, я точно не ожидал. А вот это вот интересный сундучок. Посмотрите, синяя орхидея, довольно редкий цветок в Майнкрафте, лианы, да еще и какао-бобы. Как вы меня все бесите уже здесь. Они бухают, гавкают, бахают, мягкают. Вы сдолбали уже, перестаньте ко мне вот это... Может, я занятой человек, я пытаюсь перейти на следующий... Четверо лошадей у меня есть. Честно, я думал, что одного перемещения будет достаточно, но, как показала практика, нифига подобного. Поэтому я решил все кардинально изменить. Перевести всех своих мобов, которые возле меня, и даже новых, куда-то подальше, а то их звуки сводят меня с ума. Честное слово, то панда, то лошадь, то попугай, то свинья, то пёсель где-то гавкнет. Очень раздражает. Поэтому я благополучно всех мобов переместил чуть подальше. У каждого, кроме овечки, есть своя вторая половинка. Благо, у меня в сундуках было седло, и я по красоте смог всех быстренько переместить. И мне стало так хорошо. Капец. Неужели тишина? Я в шоке. Я всех распределил. Смотрите. Пёсели охраняют вообще посевы, да, хайт хорошо. Попугайчики тоже охраняют. Они как бы в джунглях себе кайфуют. Черепахи там вообще, они там, у них такая тусня, а там хардбазе, она прям капец. Овечка одна, коровушки, вот, свинюшки себе. Пришел сюда, там, если что, нужно тушеные грибочки. Вот сейчас покушаю их, быстренько наберу себе. Пандочки тусуются. Кстати, куда-то скоропостижно. Сама одна пандочка когда-то убежала. Не заметил даже куда. Вот, то же самое и с лошадью. У меня было, оказывается, седло, поэтому супер. Я их сюда привел, приручил. Это мои полностью лошади. Две остальные лошади тоже куда-то делись. Непонятно куда. Зато теперь здесь тишь да гладь. Так хорошо. И, наверное, мне кажется, я буду прогонять всех остальных, кто придет ко мне, потому что, ну, как-то я не хочу, чтобы они мне тут вообще тусили со мной вот это вот все. Поэтому все отлично, теперь я радуюсь, и что самое главное, мне никто не кричит и не вот это вот не... Мэ-му, на, покушай. Этому я несказанно рад. Можем еще, в принципе, по сути, взять и по красоте вот-вот им дать. Вот, покушайте тоже, чтобы были. А вы что? А у меня нет морковки. Еще бы где-то одну овцу найти, было бы вообще прям шикарно. Все, и теперь со спокойной душой можно вот это вот все продолжать и наслаждаться себе жизнью спокойно. Боб, опять, нифига, пошел. Пошел. А вот этих вот мы постараемся как можно быстрее избавиться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я знаю, что вы все равно умрете. Вот если честно, появление этих тупых вызывателей вызывает у меня, конечно, нехорошие эмоции. Потому что я вот боюсь, что вот сейчас они появятся и убьют. Потому что там буквально 2-3 удара и все, я мертвый, особенно на хардкоре. Вау, супер сундук. Смотрите, паутина, мертвый куст и фонари. Капец, вся ненужная фигня, ну кроме железа, конечно. Как-то... Да
уже мы начнем, вот перейдем на другой уровень, давай. О, еще один оцелот. Кстати, оцелоты куда-то реально куда-то скоропостижно пропали, поэтому, ну честно, как-то на оцелотов пофиг, они вроде бы даже не издают звуков никаких. Ууу, смотрите, что у меня есть. Супер сундук, а здесь есть сгусток магмы. Это прям приколдайся, конечно. Ууу, наконец-то пришло. Я так долго этого ждал. Вы достигли 7-й этап, красная пустыня. Пустыня — это враждебное место жары и пыли. И смерти. Нажмите здесь, чтобы открыть справочное меню. Ну, спасибо, конечно, за справочное меню. Но мне было бы неплохо, если бы вы дали мне обсидиан, что ли, или куда-то такое. Блоки здесь неинтересные. О-хо-хо! Что? Серьезно? Житель? Там писалось, что будут жители? А, крестьянин, точно. А чем я стою торговать-то буду? У меня даже нету изумрудов. Или есть изумруды? Да, один изумруд есть. Откуда? А лучник делается, если я не ошибаюсь. Как же он делается-то? Вроде бы вот так получается. Да, стол лучника. Прекрасно. Друг, я не знаю, ну давай... Вот здесь я тебе сделаю. Есть, стол лучника. Да, привет. И что? Да, прекрасно. Я могу торговать с ними палками, гравий могу ему давать. Ну, это прекрасно. То есть, вот как мы поступим. Вот так, чтобы я мог себе спокойно ходить. И вот ты был в безопасности, что никуда не выйдешь 100%. Я думаю, что вот сейчас мы плавненько подошли к концу серии. Выход следующий зависит только от вас. Для вас собрать 20 тысяч лайков — это как два пальца об асфальт. Поэтому не стоит даже переживать. В описании есть специальный плейлист со всеми сериями, а если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов, это займет каких-то 5 секунд. Ну а с вами, как всегда, был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся.